Что приготовил для нас Дед Мороз? Предновогоднее предвкушение чудес и подарков, волшебства и исполнения желаний. Свою вторую коробочку я ждала с еще большим нетерпением и трепетом. Не терпится ее открыть. Давайте сделаем это вместе. Я ожидала чего-то такого сказочного и невообразимого, но когда я открыла коробочку, я даже представить такого не могла. Это потрясло мое воображение, такой восторг и праздник. Открываю коробочку, а там снег, красная лента и такая красивая бумага со снеговиками. Это волшебство. Это настоящее ощущение праздника. Кстати сказать, коробочка увесистая. Это такое предвкушение. Сверху, по традиции, приветственное письмо от Даши и команды Glambox, которые поздравляют нас с Новым годом и дарят нам ощущение праздника, сюрпризов и отличного настроения. Напоминаю о том, что каждая хорошая девочка получит свою коробочку с подарками и сюрпризами. Мне не терпится начать. Вот чего я точно не ожидала, но безумно хотела попробовать. Это лак от американской фирмы China Glaze, 14 мл. Это не просто лак. Это праздничная феерия. Невероятно красивый, яркий, искрящийся оттенок. С первого слоя дает ровное плотное покрытие. Сохнет за минуту. Оттенок такой же, как и в баночке, а второй слой наносится легко, придавая глубину оттенку и еще больше мерцающих искр, от которых просто невозможно отвести взгляд. Такой сороке, как я, это то, что нужно. Лак держится стойко до того момента, как вы сами захотите его стереть. Идеален для праздника, тем более, что наступающий год дракона огнеопасен. И чтобы его задобрить, на нас должно быть что-то страстно красное. Например, в оттенке рубин. Далее представлена новинка солнечного цитрусового аромата, выпущенного в августе от Versace Yellow Diamond. 5 мл туалетной воды, сочетающей в себе ароматы лимона, свежесть грушевого сорбета, бергамота, апельсина и фрезии. Шикарная упаковка, крышка флакона в виде бриллианта. Это свежий аромат с нотами цитруса. Легкая композиция вызывает ассоциации свежей зеленой травки, теплого весеннего солнца, раннего утра, когда еще роса на траве. Думаю, этот аромат понравится любительницам свежих цитрусово-лимонных ароматов со слабо-сладковатым подтоном. L'Occitane нас снова радует гелем для душа «Цветочные искушения», 75 мл которого мы сможем использовать в новогодние праздники с огромным удовольствием. Когда я открыла коробочку, я почувствовала очень тонкий, нежный цветочный аромат. Это лимитированная рождественская коллекция. Гель превращается в нежнейшую пену, и кожа при этом как шелк. А теплые ароматы майской розы и фиалки создадут ощущение, что вы в райском саду. Очень нужная предпраздничная вещь для нас, девушек. Сыворотка сияния Vina Perfect от Caudalie. 10 мл нежной легкой сыворотки, которая имеет свежий аромат. Сыворотка станет приятным утренним ритуалом. Наносить ее следует на очищенное лицо перед нанесением увлажняющего крема. Она придаст сияние лицу, скроет и предотвратит появление пигментных пятен, освежит тон лица, выровняет неровности кожи. Отличная вещь, я буду с удовольствием пользоваться. Еще одна мечта сбылась. Это марокканское восстанавливающее масло для волос. Просто чудеса творятся. Это суперсредство, особенно если в вашем регионе жесткая вода. Волосы тусклые, путаются, гонкие. Учтите, с этим маслом можно переборщить, и ваши волосы будут выглядеть жирными. Добавьте несколько капель на ладонь. Разотрите и нанесите на влажные кончики волос. Масло отлично впитывается, делает волосы мягкими и послушными. Они легко расчесываются, и волосы блестят здоровьем. Это роскошное ощущение.
10 мл органового масла преобразят ваши волосы. Масло имеет ореховый приятный аромат, а оттенок светло-янтарный. Вы знаете, как я люблю масла, и для меня это потрясающий подарок. Сюрпризы продолжаются. Огромное количество уходовых пробников. Крем для лица от L'Occitane с маслом карите с 25% содержанием масла карите в креме. Отлично напитает кожу лица в зимние морозы. Это очень актуально сейчас. Кадали представила комплексный антивозрастной уход за лицом. Это 2 мл крема для лица без фенолов и парабенов, а также крем для области вокруг глаз. Можно применять как утром, так и вечером. Эта коробочка порадует не только хорошую девочку, но и ее маму, благодаря новой серии премьерки от Кадали. На дне коробочки огромное количество буклетов. От China Glaze коллекция оттенков, где вы сможете познакомиться с голливудскими трендами маникюра, сравнить лаки Orly, OPI, China Glaze и так далее, ознакомиться с оттенками основной сезонной палитры China Glaze и подобрать для себя необходимые средства для маникюра. Подробный буклет от Moroccan Oil, где вы сможете найти описание представленной линейки масел, их применение для каждого типа волос. Роскошный праздничный буклет с лимитированной рождественской коллекцией от L'Occitane, который предлагает отличные гармоничные подарочные наборы по очень даже приемлемой цене. Изысканная упаковка, вариации на любой вкус, а также подарочные карты. Девушка сама сможет выбрать все, что захочет. Вот такое предновогоднее волшебство для нас, милых, искренних, ценящих заботу и красоту девушек. Хочу выразить огромную благодарность за труд, за невероятную творческую и трудоемкую работу команды Glambox, за их желание подарить каждой девушке праздник, за предоставленную возможность попробовать те продукты, которые, возможно, она сама себе не смогла позволить по ряду причин. Желаю вам процветания, благодарных подписчиков, клиентов, сотрудников и поставщиков. Пусть ваш Новый год будет волшебным, таким же, как новогодняя сказочная коробочка